На снимках запечатлены вовсе не дети, пережившие онкологические заболевания, а их здоровые братья и сестры. У 9-летнего Степана Зуева врачи обнаружили опасное заболевание печени. Лечили сначала во Владимире, затем в Москве. После медицинской помощи болезнь отступила. Уже выздоровев, Степан прошел реабилитацию в благотворительном фонде, а на следующую смену приехала сестра. Вот она на одном из снимков. Как рассказывает Даша, к фотосессии они много готовились. Разрешили выбрать любимого персонажа из мультфильма. Сначала без костюма фотографировались, выбирали фон, фотографировались. А потом уже переодевались в какие-то костюмы, фотографировались уже на другом фоне. Мама Степана вспоминает, когда ребенок заболел, семье много помогали. Хотя помощь пришла и не сразу. Сначала мы ничего не понимали, что происходит. И никто никому не обращались. То есть вот по наклону какой-то текли. А потом, когда уже полегче стало, и клоуны к нему, и разные виолончелисты, то есть вот и музыка была, и какие-то развлечения, игры. После Нового года еще недели всяких развлечений, то есть детишек не забывали. Родители заболевших детей – это тоже герои, которые готовы сделать и невозможное, чтобы спасти своего ребенка. Глядя на фотографии, понимаешь, если в семье беда, каждый помогает друг другу по-своему. И братская или сестринская поддержка помогает не меньше родительской. Они все-таки не так подвержены вот этим ударам, и они больше поддерживают, наверное, своих родственников, не только братьев и сестер, но и семью, маму, папу. Всего на выставке представлено около 20 работ. На большинстве из них рядом с детьми не просто герои мультфильмов, а супергерои. И в чем-то эти дети на них похожи. Их подвиги не столь громкие, зато настоящие. Валерия Саенко, Василий Косенко и Артем Горчаков. 6-й канал.